Связь поколений. В преддверии Дня Великой Победы по инициативе депутата Государственной Думы Виталия Бахметьева в школе номер 60 прошел творческий конкурс под названием «Подвиг прадеда в сердце моем». Ребята и их родители представили на суд жюри не один десяток интересных работ. Авторы лучших из них были отмечены призами. На стенде в актовом зале школы номер 60 рисунки на альбомных листах и ватманах все посвящены предстоящему празднику – Дню Победы. Директор школы с почетным гостем, депутатом Государственной Думы Виталием Бахметьевым, живо обсуждают работы. Организатор конкурса «Подвиг прадеда в сердце моем» приятно удивлен качеством выполнения творческого задания. Тут такие хорошие картины, смотрю, даже такие на профессиональном уровне есть увидеть. Вон, резьба по дереву, ну, достойный. Достойно, есть на что посмотреть. Первоклассник Никита Осипов над рисунком конкурса трудился кропотливо под чутким руководством старших. Результатом доволен. Я хотел сделать, что праздник Победы. И у меня взмылась такая идея. Верно, празднуют День Победы. Оценила работу и жюри. Никита оказался одним из призеров конкурса в младшей группе. Первоклассник знает, приближается великий праздник. Для меня он очень нужен, потому что ветераны спасли нашу страну. Я бы пожелал им здоровья, счастья, удачи. Показать свое творческое видение темы конкурса «Подвиг прадеда в сердце моем» постарались не только ученики школы, но и их родители. Лучшие рисунки, работы в стиле декоративно-прикладного искусства и в номинации «Компьютерная графика» были отмечены полезными для творцов призами. Виталий Бахметьев, сам выпускник 60-й школы, даже спустя много лет помнит, как на торжественные мероприятия к ним приходили ветераны Великой Отечественной войны и делились своими воспоминаниями о боевых буднях. Мы это видели, все слышали от тех людей, кто участвовал. Время, конечно, берет свое, этих людей уже, конечно, не приведешь, их многих уже нет, да и, наверное, большинства уже нет. А ребятам надо напоминать, рассказывать об истории. Кто, как не мы, кто слышал от тех, как это все происходило. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.